Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас распаковка заказа Фаберлик по первому каталогу. Заказ, как всегда, на 100 баллов, новинки, много интересного. Итак, поехали. Заказ запечатанный. Открывать будем сейчас вместе с вами и смотреть, что же. Вот так все это дело выглядит. Даже сделали перегородочки. Я раньше такого не видела. Здорово все упаковано. Новые БАДы. На них отдельно остановимся. Новинки детской серии. Поехали. Давайте начнем с бытовой химии. Я когда делала заказ, не было в наличии порошка, хотя делала в понедельник утром, разобрали его быстро. Потом, правда, он в течение дня уже к вечеру появился на складе, но мне надо же сделать побыстрее, чтобы в среду уже заказ был у меня. Поэтому я взяла по купонам. Здесь практически все по купонам. Два порошка Гринли для белых тканей. Я его тоже очень люблю, уважаю, он прекрасно отстирывает. У кого вода жесткая, у нас она очень жесткая, тоже подходит отлично. Он просто подороже. По купону он вышел 370 рублей. 26 стирок, там внутри пакетик. Ну, я пересыпаю в свой контейнер для порошка и пользуюсь не вот этой их мерной ложечкой, потому что она для меня неудобная. Несмотря на то, что здесь все как бы эко, я обычный, под обычного порошка ложечкой пользуюсь. Все отлично, все прекрасно, отстирывает замечательно. Все супер. Гранулированный тоже, он тоже гипоаллергенный. Я всегда беру для белых тканей, стираю и цветное белье и так далее этим, потому что отстирывает лучше, как мне кажется. Так. Дальше давайте про купоны. Почему все по купонам? Некоторые товары были, допустим, по купону. Вот сейчас объясню, давайте на примере серии Ума. Я взяла два средства, потому что любимая лапочка наша закончилась. И пока она мне идет, заказала, да, взяла Ума тоже для подмывашки, тоже как бы, ну, все нормально, все отлично. И 0 плюс взяла, и 1 плюс чисто от подмывашки, пока идет та серия, которая Крестюшке подходит больше, потому что у нее бывают высыпания периодически и сухости. Только вот тот бренд справляется с ней. Без купона, я не помню точную цену, не буду сейчас искать, акцентироваться, приблизительно 119 рублей, но балл 0,7. Вот что касается баллов, кто делает баллы, кто там 50 баллов, чтобы скидка 26% была, кто VIP-консультант, допустим, как я, и чтобы балл был полный, старается товары брать, да, значит, без купона 119 рублей и 0,7 балла, а по купону 120 рублей, пусть на рубль дороже, да, но балл 1,5. Да? Поэтому вот в чем разница. Разница огромная. То есть балл почти в два раза больше, когда используешь купон. Не на все, на бытовую химию не срабатывает. На нее как есть всегда низкий балл, к сожалению, как и на одежду, так и есть он и с купонами. Не срабатывает. А вот на уход, на детский уход, на любой уход, на декоративку тоже самое. Также я взяла по купонам и вот эти новинки. Сейчас остановимся. То же самое, если их брать без купона, там низкий балл, потому что это акционный товар в каталоге. А если мы берем с купоном, то балл полный, высокий. Да? 0 плюс плохо очень пенится, 27,93, как пена для ванны не подойдет, как подмывашка, все отлично. 1 плюс пенится гораздо лучше, 27,92 артикул. Если непонятно по купонам, еще кто-то думает, что с ними делать, там спрашивайте. Их активировать нигде не нужно, я уже в обзоре каталог говорила, просто на сами список товаров, из которых мы выбираем. И вот как раз новинки. Не было бальзама уже на момент заказа, к сожалению, очень жаль, но все остальные три новинки взяла. Так, первое у нас с вами... По-русски спереди ничего нет. Пена для ванн, меняющая цвет. Очень интересно. Следующий ролик обязательно сниму, как она меняет, что она меняет. Артикул 2882. Нарисован ананас. А, действительно, ананасик сладкий такой. Сладенький-сладенький ананасик, как ананасовый нектар. Пахнет, но немножечко похимозней. Но в целом очень приятный ананасовый аромат. Будем смотреть так по цвету. По цвету пока вот во флакончике такой зеленоватый. Видите оттеночек? Посмотрим, как она будет менять цвет. Очень интересно, как раз Ксюшка сегодня планирует с ней заплыв. Вся серия вот эта вот Ума 3+, имейте в виду. Следующий продукт. Они по цвету, кстати, флакончики отличаются. Видите, пена более зеленая, это такой же оливковый насыщенный, что ли. Детский шампунь гель для душа 28-24. То есть как гель для душа и как шампунь. Здесь у нас уже что это? Маракуйя? Не пойму, что за фрукт нарисован экзотический, девчонки. Давайте нюхать. Манго. Ой, как я люблю эту душку. Сама попробую волосы им помыть. Он такой у нас уже оранжевый. Вот такой вот красивенький. Манго пахнет. Вкусный аромат. Очень вкусный. Так, и третий продукт, который такой же по цвету флакончик. У нас с вами детский гель для душа. Просто чистый гель. Если тут можно как шампунь. Здесь бананчик. 28,81. Да, банан.
Да, банан вообще отличный бананчик. Такой светло-желтенький, прозрачный такой вот. Гелеобразные все текстуры. Будем пробовать в следующем ролике, подробно все расскажу. Так, а что у нас еще из серии дом? Я заказала два кондиционера своих любимых. Все позаканчивалось. Кондиционер, ультракондиционер для белья Sensitive. Он делает белье самым мягким. Артикул его 118,56. У него достаточно деликатная такая цветочная нежненькая душка, которая она остается на высушенном белье, но она очень деликатная. Вот кто любит, чтобы чуть-чуть пахло, это вот сюда. Кто не любит, чтобы кто любит, чтобы совсем не пахло, это Гринли. Это кондиционеры Гринли. А вот этот он все-таки оставляет запах на белье, и он 0+, поэтому я его очень люблю и ценю. Даже пасты, девочки, я взяла по купону. Вот такие я брала на пробу, если мне экспертовски не подходит, очень сильно повышают чувствительность эмали, то вот эта вроде подошла, в прошлый раз брала, решила взять две. Появилась живица, паста, хочу ее попробовать, никогда не пробовала. Без купона опять балл ничтожно, по купону балл полный был за пасты. Так, с живицей у нас с вами 24,44. С живицей, я же правильно говорю, да, живица кедра. Вот так она выглядит. Попробую, расскажу, паста приходит зафольгированная. Зелененькая прям такая, смотрите, живица. Живица, пахнет хвоей. Попробую. И вот такая вот экстра свежесть, обычную такую мятную взяла, тоже пусть будет в запасах. Пасты летят быстро. Очень хотела взять, девчонки, по купону. Мне безумно понравилась недавняя новинка. Это масло. Масло для ногтей, масло для кутикулы с монардой. Изумительные, девочки, средства вообще. Вот сейчас ногти, когда восстанавливаю, да, почти сросла у меня поврежденная пластина после гель-лака. Возможно, потом я опять его буду делать, но сейчас я дала ногтям отдых. Здесь монарда и витамин Е. Артикул. Его в каталоге нет, но на сайте оно, слава богу, было 67-34. Оно изумительное. Я и на ножках, и на ручках ногти обрабатываю, как бы капаю, да. Все, у меня уже кончился один флакон. Я взяла второй, потом еще буду брать, потому что супер. За счет монарды идет обеззараживающий эффект. У кого вот грибок, у кого, не дай бог, там еще какие-то заболевания есть ногтей. Вот. Потому что даже в аннотации написано, что для совместного лечения против грибковых инфекций вот это средство подходит, монарда. Это во-первых. Во-вторых, оно мгновенно впитывается, очень круто увлажняет кутикулу, и ноготочки с ним растут быстрее. Я практически каждые 3 дня состригаю, действительно быстро растут, ну, плюс я еще там клавио пользуюсь, да, моментально впитывается, никакой масляности на руках не остается. Пипеточка, вот лучшее средство по уходу за ногтями, Faberlic, просто изумительное. Так, у меня здесь две туши, я взяла их сестре, она сказала, что безумно любит какую-то малиновую тушь Faberlic, а у нас их две, поэтому я взяла ей две, пусть пользуются, они две великолепные. Буквально вчера на Дзене писала, сейчас пишу статьи там, про ролик снимать не буду, топ лучших продуктов Faberlic, я пишу статьи на Дзене, кому интересно. Интересно, ссылка на Дзен всегда под видео, проходите, читайте, как бы все отлично. А вчера как раз была статья по тушам, разбор полный. Вот здесь у нас экстрим, одна из моих любимых туши с силиконовой кисточкой, очень классная, 52,48. И вторая тушь у нас тоже в малиновом флакончике. Как она у нас правильно называется-то, господи, девочки? Сейчас я найду. Артикул 502,02, которая у нас с вами... идет с бархатным чехольчиком, вот с таким коричневым. Это уже перевыпуск. Она у нас была раньше, была уже много раз. Она уже с фибровой кисточкой, она тоже крутая. Все эти туши позволяют сделать эффект драмы, эффект нарощенных ресниц и так далее. Обе великолепные, поэтому да. Так, дальше. Я еще взяла по купону, девчонки, свою любимую палетку, потому что, ну, хочется иметь всегда под рукой универсальный продукт, которым можно и глаза вместо теней накрасить, и губы даже, и румяна, и контуринг, и все. Это палетка Артикул, где ее... Артикул 63-34, 3 рефила там, и вот эта вот, которая яркая, освежающая, потому что вторая мне совсем не понравилась, мы ее с вами брали, когда они только появились, там румяна какие-то малиновые, и знаете, лицо таким старым делает, а вот это вот классная, я ее люблю, и хайлайтер здесь классный, и контуринг вообще деликатный такой, оттенок не рыжит, ничего, всем подойдет, и румяна здесь яркие, которые освежающие, прям потрясающие, вот эту палетку люблю и захотела, чтобы она у меня была, по купону взяла, вышла совсем дешево, тоже по купону, ну, я не буду уже про купон говорить, тут все по купонам. Даже остались еще. Антицеллюлитный крем Скульптор. Сейчас с Сюшкой занимаемся спортом дома и будем мазаться. 10,80. Артикул. Я его, по-моему, ни разу не брала. У меня был охлаждающий, был с термоэффектом, который жжет, мама, не горюй. А вот этого у меня не было. Поэтому попробую, расскажу. Так, дальше. Дальше пробуйте, девчонки, давайте с вами пробовать. Они, к сожалению, в прошлом каталоге были недоступны в начале к заказу, потом появились. Но я уже заказ из-за них не стала делать. Это пробники новинки прошлого каталога. Так, у нас здесь
Absolute She, если я правильно говорю. Это какой, вот даже не знаю, красный или сиреневый флакон, потом посмотрю. Так, артикул 340-27, ровненький, по 70 рублей, вообще бешеные деньги. Я сейчас с вами нанесу и расскажу, потому что отзывы спорные очень. Ой, мне что-то напоминает. Ренату, что ли, красную? Прям очень напоминает. Девочки, вот честно. Но хороший аромат, достойный. Не сильно приторный. Но очень напоминает. Прям вот почти один в один. Интересно. Так, следующий у нас с вами Femme Powerment, если я правильно говорю. 340-29 артикул пробника. Давайте на другую руку. Этот у нас тогда, получается, малиновый был первый. А вот этот вот сиреневый, который флакончик. Очень на Ренату похож, да, на красную. Прям вот очень. Ой, а сиреневый интересный. Мне кажется, он не стойким совсем будет. Цветочки нежные. Нежнятинка, такие цветочки на закате. Летняя ночь. Первая ассоциация, ну честно. Вот делала бы Фаберлик пробники с распылителем. Можно было на себе нормально распылить аромат, поносить. И какая красота. Пусть они даже на 10-20 рублей подороже будут, но это уже другой разговор. Он еле уловимый какой-то. Я его почти не чувствую. То есть я к нему принюхиваюсь. Если вот этот вот первый, он яркий, он окутывает все, обволакивает. Он мне, кстати, нравится. Он окутывает, обволакивает. Ну, это прям один в один. Рената, если я не ошибаюсь, девчонки, потому что я парфюмами Фаберлик практически не пользуюсь. Но вот из моих воспоминаний, по-моему, это Рената копия. А вот я тут мажу, и он какой-то вот улетучивается быстро. Принюхиваться приходится, чтобы описать. Цветочки какие-то, нежнятинка. Вот ему подходит флакончик прям вот, да, сиреневенький. Пудры я здесь не чувствую, здесь какая-то легкость, фиалочка. Такой, знаете, нежненький, интересный. Вот этот ничего не напоминает, это что-то новое. Новое, интересненькое. Ну вот на весну бы я такое взяла, хотя, может быть, и на зиму будет нормально раскрываться, не знаю. Так, пусть они пока побудут на руках. Ватные палочки взяла, закончились. Они великолепные, девчонки. 910-254 артикул. Потрясающий. Бамбуковый, плотно намотана вата. Намотана ее как раз столько, сколько нужно. И сама палочка бамбуковая, чтобы сломать, нужно потрудиться. Здесь их 100 штук хватает надолго, поэтому мы всей семьей любим именно их сейчас. Дальше по купону взяла пенку Айсиул. Закончились что-то все умывашки. Я ее очень люблю. Здесь большой объем. Так как артикул палочки, я вам, по-моему, сказала. 0,850 Айсиул. Вообще вся серия Айсиул, но очень достойная к вниманию. Пенка великолепная. Не сушит ни в коем случае. Кожа хорошо очищенная, сияющая, здоровая такая. Все отлично. Бывают проблемы Фаберлик с дозаторами, но у меня ни разу таких не было. Вот она как выглядит, мутненькая такая, с мороза приехала из Москвы, пока до Тулы доехала. Большой объем, хватает надолго, удобный дозатор, все отлично, поэтому повторяю уже не первый раз. Так, дальше по купону еще, девочки, у меня тут Aromio серия, Daisy Water повторила. Диффузор, он мне очень нравится, вот именно Daisy Water, середина июня, зеленые локусы под маленькими топочками, точками, просто занула. Так. Артикул Daisy Water у нас с вами 159. Аромадиффузоры приходят без палочек, нужно заказывать отдельно. У меня два дома стоят, поэтому палочки в запасе есть. Очень классный аромат. Мы с вами вот эту пробочку потом вытаскиваем. А, мне вот он нравится, Daisy Water, больше всего из всех диффузоров. Здесь такой аромат чистоты, свежести есть. Это зеленая нотка. И в то же время цветочки легкие. Не обязывающий, такой очень-очень-очень приятный. Вообще серия Aromio — это что-то с чем-то. Вот такую серию вне Фаберлик еще поискать никогда не найдешь. И взяла масло, еще раз повторила, Money Flow. Класс, что секси, что Money Flow. Невероятные ароматы, девчонки, несколько капель заливаю в увлажнитель воздуха. Аромат по квартире просто наишикарнейший. Эти оба масла у меня в любимчиках. Сейчас взяла пока одно, потому что запас еще есть. 13,58. Великолепные ароматы, шикарная подборка. Просто вот я даже описывать вам не буду. Здесь бергамот, апельсин, лаванда. Лаванда не бьет в нос, не чувствуется, кто ее не любит. Америс, ветивер, шалфей, роза, ладан. Здесь такая крутая роза. Кто розу не любит, вам понравится. Я не люблю розу, но здесь все так круто смешано, что аромат получается восхитительный. Хочется такой парфюм. Так, и вот у нас с вами что? Вот у нас с вами БАДы. Заказала их тоже по купону и по VIP-программе. Парочку по VIP-программе. Они вообще там за 800 с чем-то рублей вышли, да? И по купону. Очень выгодно. Первый гастрокомфорт. Хочу пропить. У меня проблем никаких, слава богу, нет после удаления желчного. Но хочу пропить, чтобы не было, да? Его артикул. Тут опять наклейка. И артикул...
номер партии. Где же артикул-то, девчонки? Вот вообще попробуй найди. Слушайте, все заклеили. И непонятно, где артикул. Я не буду сейчас 100 лет искать. По названию, я думаю, вы сможете. А вот нашла в самом низу 156,87. Буду пропивать здесь 60 штук. В следующем видео вам тоже расскажу, тогда дам отзыв. А здесь они вот такие вот уже интересные, такие бежево-землистые. Все в таких вот капсулах. Сейчас я допиваю комплекс до 40 и антиоксидантный комплекс. Чувствую себя великолепно, поэтому вот у меня прям душа к этим БАДам тянется. Составы, кто разбирал, знающие люди, говорят, вообще все супер. Так, следующий у нас с вами... Кандимку 10. А, Фаберлик есть Кандимку 10, тоже, ну, старой версии. Я решила вот этот взять, тоже пропить. Так, артикул 157,00. Вскрываем, тут все запечатано. Слюда сверху, вот, крышечки, видите? А, но тут внутри ничего нет. В прошлой банке была здесь еще фольга, а здесь нету. Они вот такие вот уже желтенькие, интересные. Тоже 60 штук. Они все по 60, насколько я поняла. Так, потом взяла иммуномодулятор Форта. Я хочу вместе с Ксюшкой его пропивать, ей по половинке с утра давать. Вот этот вот он у нас 156,79. Тоже очень нахваливают его. Вот видите, здесь есть фольга, в той банке не было. Он вот такой вот уже оранжевый. По-моему, он с куркумином, если я не ошибаюсь. И... 156,97. Это у нас с вами антипаразитарный комплекс. Тоже хочу его пропить. Тоже хочу, и тоже Ксюшке хочу подавать. Тоже по половинке, наверное, с утра. Вот так он выглядит. Такой темно-серый. Интересные, на самом деле, БАДы. Есть много обучений по ним. Они американские. Здесь очень хорошие составы. Я разбирала сама, насколько я могу понять на сайте. Да, очень классные, очень сильные. Они все такие мульти. То есть там богатый состав. Прям богатый-богатый. И я считаю, что по купонам, вот и по программе, цена нормальная. Ну и каталог второй. Красивый, яркий, красочный. Новинки. Тут очень классные. Уже в Дзене тоже выкладывала. За регистрацию Элисар тоже подарок хороший. Ссылка для регистрации всегда под видео. Кто не зарегистрирован, проходите, будем общаться, буду вам помогать. Ну и на этом все, мои хорошие. Всех люблю, целую, всем пока-пока.